Здравствуйте. Давайте Богу отдадим все, что принадлежит Ему. Честь, славу, хвалу. Не будем удерживать ничего, что есть в нашем сердце. Будем славить Его, петь Ему, хлопать Ему, танцевать Ему, радоваться и пред Его лицом. Все вместе. Сердце вторит, хвалу возносит, Ты мой Господь один. Время вышло, стремимся в небо, там нас ждет. Не могу я сдержать хвалу, что сердце вторит, не устану я ждать и восклицать. Победитель мой, все, что нужно мне, нахожу в Тебе. Не других времен, славой окружен, победитель мой. Иисус. Твое присутствие меняет жизни людей. Мой стыд забрал Ты и дал свободу, Ты победил. Не могу я сдержать хвалу, что сердце вторит, не устану я ждать и восклицать. Победитель мой, все, что нужно мне, нахожу в Тебе. Не других имен, славой окружен, победитель мой. Победитель мой, все, что нужно мне, нахожу в Тебе. Нет других имен, славой окружен, победитель мой. Иисус, нет никого, как Ты, мой Господь. Нет ничего дороже, чем видеть Тебя и восклицать. Нет никого сильнее, чем Ты, Иисус. Нет ничего дороже, чем видеть Тебя и восклицать. Нет никого сильнее, чем Ты, Иисус. Победитель мой, все, что нужно мне, нахожу в Тебе. Нет других имен, славой окружен, победитель мой. Победитель мой, все, что нужно мне, нахожу в Тебе. Нет других имен, славой окружен, победитель мой. Нет ничего дороже, чем видеть Тебя и восклицать. Нет никого сильнее, чем Ты, Иисус. Нет ничего дороже, чем видеть Тебя и восклицать. Нет никого сильнее, чем Ты, Иисус. Воздай Ему славу, честь и хвалу. Он Бог, Он Творец, Он достоин славы. Аллилуйя! Споем нашему Господу. Поклонимся Ему, потому что Он достоин. Милость свою подарил, верой спасение открыл. Лишь Ты один Бог, Ты один. Светом своим я царил, жизни Ты нас воскресил. Лишь
лишь ты один Бог. Ты один. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, нет превосходней тебя в целом мире. Наш Бог целитель, чудный спаситель, наш Бог, наш Бог. Своим озарил, жизни ты нас воскресил, лишь ты один Бог, ты один. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, нет превосходней тебя в целом мире. Наш Бог целитель, чудный спаситель, наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, нет превосходней тебя в целом мире. Наш Бог целитель, чудный спаситель, наш Бог, наш Бог. Если наш Бог с нами, то кто нас остановит? Если наш Бог с нами, то может быть против нас? Если наш Бог с нами, то кто нас остановит? Если наш Бог с нами, то может быть против нас? Кто может быть против нас? Наш Бог великий, наш Бог всесильный, нет превосходней тебя в целом мире. Наш Бог целитель, чудный спаситель, наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, наш Бог великий, наш Бог всесильный, нет превосходней тебя в целом мире. Наш Бог целитель, чудный спаситель, наш Бог, наш Бог. Если наш Бог с нами, то кто нас остановит? Если наш Бог с нами, кто может быть против нас? Если наш Бог с нами, то кто нас остановит? Если наш Бог с нами, кто может быть против нас? Может быть против нас? Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава Господу! Тогда, когда я читаю Псалом 46, здесь обращение Давида, и Давид говорит следующее, обращаясь к народу Божьему. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всею землею. Пойте Богу нашему, пойте царю нашему, пойте. Господь Иисус Христос, Он был распят, мы знаем, Он был во гробе, но на третий день воскрес. И здесь мы славим, здесь мы превозносим живого. Мы не на похоронах. Для того, чтобы плакать, для того, чтобы печалиться. Мы говорили в песне о том, что Он жив. Мы говорили о том, что Он с нами. Мы говорили о том, что Он победитель. И я приглашаю вас, давайте сейчас в молитве прославим того, кто вовеки жив. Будем петь живому, будем радоваться, потому что Он победитель, потому что Он с нами, потому что Он сильный, потому что Он заботится, благословляет нас. Давайте в молитве нашей прославим Царя царей, прославим живого, прославим воскресшего, прославим Иисуса, того,
того, который достоин славы. Отец Небесный, мы поклоняемся Тебе. Господь, мы благодарим Тебя. Бог наш, мы превозносим Тебя. И имени Твоему мы возносим молитвы наши. Мы благодарим Тебя, благой. Благодарим Тебя, живой. Благодарим Тебя, сильный Бог. Господь, Тебе будем рукоплескать. Тебя будем восхвалять. Тебе будем восклицать, Господь, возносить наши голоса радости, славы, хвалы, Господь, Тебе, Бог наш, потому что Ты достоин чести, Ты достоин славы, Ты достоин поклонения, Господь, Тебя будем благодарить, Тебя будем петь, Тебя будем превозносить, Ты искупил, Ты оправдал, Ты освободил, Ты живой Бог, Ты сильный Бог, Ты одержавший победу над смертью, Ты тот, который принес надежду, прощение, жизнь, будущее в жизнь нашу, благодарим Тебя, Отец, благословляем Тебя, Иисус, благословляем Тебя, великий Бог, благодарим Тебя, Иисус, за Духа Святого, которого дал нам, который действует в нас, который меняет наши жизни, который приближает нас к Тебе, который открывает наше сердце и разум для познания, приближения к Тебе, Господь, да будет имя Твое возвеличено и прославлено на этом месте. Господь, мы поклоняемся Тебе, Бог наш, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, Господь, желаем радоваться, Господь, тому, что Ты освободил, простил, тому, что являемся детьми Твоими, избранными Тобою, слава Тебе, Отец, благодарим Тебя, благословляем, благодарим за кровь, которая мыла, которая очистила, которая оправдала и изменила жизни, слава Тебе, Бог наш, мы поклоняемся Тебе и превозносим имя Твое, Господь наш, мы славим Тебя, мы благословляем Тебя, достоин Ты чести, достоин Ты хвалы, Ты Царь царей, Ты Господь господствующих, Тебе слава, Тебе хвала, великий Бог. Смерти ты
нас искупил, и благодать на нас везли. Во Христе я вижу свободу, гроб пустой я вижу Иисуса. Каждый миг я буду петь тебе хвалу, благодатью я спасен. Во Христе я вижу свободу, гроб пустой я вижу Иисуса. Каждый миг я буду петь тебе хвалу, благодатью я спасен. Во Христе я вижу свободу, но пустой я вижу Иисуса. Каждый миг я буду петь тебе хвалу, благодатью я спасен. Во Христе я вижу свободу, но пустой я вижу Иисуса. Каждый миг я буду петь тебе хвалу, благодатью я спасен. Мое сердце будет петь, благодатью я спасен. Мое сердце будет петь, чудесный Бог, ты победил. Каждый миг я буду петь тебе хвалу, благодатью я спасен. Во Христе я вижу свободу, но пустой я вижу Иисуса. Каждый миг я буду петь тебе хвалу, благодатью я спасен. Мое сердце будет петь, благодатью я спасен. Мое сердце будет петь. Чудесный Бог, ты победил, и ранами нас исцелил. От смерти ты нас искупил, и благодать на нас излил. Слава Господу! Давайте мы воздадим Господу громкие аплодисменты, воздадим Ему славу. Все аплодисменты, вся слава принадлежит Царю Царю, Царей принадлежит Господу Иисусу Христу, тому, который является победителем, тому, который дал нам свою благодать, Его милостью. Благодаря Его благодати сегодня мы находимся здесь, мы можем стоять здесь, мы можем поклоняться, можем знать Его не посредством наших заслуг или по причине того, что мы такие хорошие. Мы находимся здесь, не здесь не поэтому, но потому что Он возлюбил нас, потому что Он отдал Сына Своего ради нас, потому что Он открыл наш разум, наше сердце, для того, чтобы мы Его знали, Ему могли служить и поклоняться. И во всем этом Его заслуга, во всем этом Ему слава, Ему честь и хвала. Я прошу вас сейчас, повернитесь к рядом стоящим, с правой, с левой стороны, позади вас, впереди. Поздоровайтесь, подайте руку, скажите: «Я рад видеть тебя сегодня на служении, на собрании церкви». Поздоровайся с рядом стоящим. И после того, как ты поприветствуешь рядом стоящего, присаживайся, занимай место в зале. И желаем, чтобы Господь благословил нас в дальнейшем сегодняшнем служении, в сегодняшней программе. Также я желаю, чтобы сегодня на служении мы поприветствовали наших гостей. Те, кто сегодня впервые
или во второй раз пришел в собрание, в церковь Филадельфия, давайте мы поприветствуем наших гостей, скажем добро пожаловать, скажем им о том, что мы их рады видеть, рады, что они избрали в этот воскресный день быть здесь вместе с нами. Пусть Бог благословит вас. Знаете, тогда, когда мы читаем Библию, мы читаем историю, когда дети приходили к Иисусу Христу. И взрослые, знаете, ну мы всегда, когда дети, когда взрослые собраны, они говорят между собой, и дети где-то встревают, мы говорим, не мешай, взрослые говорят, взрослые беседуют, ты не должен встревать, не должен нам взрослым мешать, это наши дела, вы еще как бы должны где-то в стороне стоять и наблюдать за происходящим. Ну примерная ситуация произошла тогда, когда Иисус проповедовал, учил людей. Дети приходили также к Иисусу для того, чтобы слышать, для того, чтобы быть рядом. И ученики, думая, что они делают доброе, благое дело, начали отгонять, начали просить детей, чтобы они отошли в сторонку. И тогда Иисус сказал следующее: «Оставьте, пусть дети, они приходят ко мне, ибо таковых есть Царство Божье». И Иисус желает, чтобы дети приносились к Нему, чтобы дети приходили к Нему, чтобы Он их благословил. И Библия говорит нам, что Он их взял, благословил. И сегодня семья Горган, Павел, Оксана принесли, желают принести Господу своего, посвятить Господу своего четвертого ребенка, дочку Екатерину. Мы их приветствуем, ожидаем и желаем вместе с ними молиться. Желаем, чтобы Господь благословил их большую, прекрасную семью. Пожалуйста, брат Павел, пройдите сюда на сцену. На сцену, не стесняйтесь, проходите сюда вперед. Пусть люди видят, будьте примером для тех, которые формируют семьи, те, которые у начала. Пусть Господь благословит вашу красивую семью. Мы рады за вас, радуемся вместе с вами. Желаем молиться за Екатерину и вместе с вами посвятить меньшего ребенка Господу, чтобы Господь прибыл с ребенком во все дни. Я прочту место из Писания, которое находим в Ветхом Завете, после каждого утверждения, которое мы находим в книге чисел. Всякий раз, когда я буду говорить слово «Екатерина», имя ребенка, прошу вас, подтвердите словом «Аминь». То есть, да будет так. Вы слышите, что сама Екатерина говорит: «Да, я хочу, чтобы церковь благословляла, чтобы поддерживала». Читая книгу чисел, «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов и дочерей Израилевых, говоря им: да благослови тебя Господь и сохранит тебя Екатерина, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя Екатерина, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир Екатерина. Так пусть призывают имя мое на сынов и дочерей Израилевых, и я благословлю их. Аминь». Я приглашаю вас сейчас, давайте мы поднимемся и в молитве принесем Екатерину Господу. Скажем, чтобы Господь благословил, чтобы Господь прибыл с детем, чтобы Господь благословил родителей, чтобы Бог помог в воспитании, чтобы Господь хранил дитя. Отец Себесный, мы благословляем тебя, Господь и Бог наш. Имени Твоему возносим славу и честь. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что можем знать Тебя. Благодарны Тебе за то, что Ты Бог наш. Благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты милостив к нам. Благодарны Тебе, Господь, за семьи наши. Благодарны Тебе, Господь, за детей наших. Благодарны Тебе, Господь, за то, что воля Твоя по отношению к нашей жизни является святой, благой, совершенной. И я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь, сегодня вместе с семьей Горган, Павлом, Оксаной. Боже, благодарю Тебя, Христос, за детей, которых Ты дал им. Я прошу и молю Тебя, Господь, сейчас, благослови Екатерину, благослови дочь, Господь, прошу Тебя, благослови наименьшего, прошу Тебя, Христос, о том, чтобы Ты излил благодать свою. Прошу Тебя, Господь, чтобы Твоя благодать, чтобы Твое благословение прибыло над ними, в их семье, Господь. Благослови Екатерину, я прошу Тебя, Бог мой, чтобы Ты хранил, чтобы Ты оберегал, чтобы Твой мир, чтобы Твоя благодать, чтобы Твоя милость, Твое благословение было, Господь, над детем. Прошу Тебя, Христос, чтобы с малых лет дитё возрастало, Господь, в послушании по отношению к родителям, чтобы, Господь, возрастало в мудрости, в познании, чтобы возрастало духовно в познании Тебя. Молю Тебя, Господи, благослови. Прошу Тебя, Господь, чтобы Ты дал достаток родителям. Молю Тебя, Христос, о том, чтобы родители были способны воспитать. Молю Тебя, Христос, о том, чтобы родители были способны взрастить. Молю Тебя, Бог мой, чтобы Ты дал, Господь,
Господь, материальное, духовное благословение. Молю Тебя, Отец, прибудь с ними, храни, Отец, благослови, Господь, старших детей. Молю Тебя, Господь, чтобы они были примером для младших, помогая родителям. Прошу Тебя, Отец, об этом. Мы благодарны Тебе, Господь, в молитве посвящаем, Господь, Тебе Екатерину и просим Тебя, Христос, чтобы Ты хранил, чтобы Ты благословил, чтобы Ты позаботился, чтобы Ты благословил, Отец. Мы просим Тебя во имя Господа и Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Сестра Оксана, мы рады вместе с вами. Брат Павел, мы поздравляем вас, мы радуемся с вами, разделяем вашу радость. Желаем, чтобы Господь обильно благословил вашу семью, чтобы Господь помог вам в том, чтобы воспитали детей в страхе Господнем, послушании по отношению к Господу Иисусу Христу. Пусть Господь благословит вас. Пожалуйста. Я прошу вас, присаживайтесь. На мониторе мы сможем просмотреть новости Церкви Филадельфии. Прошлое воскресенье семья Мадырка принесли новорожденную дочь для благословения. Мы вместе с церковью молились за благословение малышки и родителей. Церковь Филадельфия организует специальное служение благословения детей и нового учебного года. Приводите детей, и мы помолимся за их здоровье и успеваемость. Приносите школьные принадлежности, рюкзаки, будем освещать их. Детский департамент готовит мега-развлечения «Увидимся в школе». Дети наполнятся энтузиазмом. Семья Сима, Нику и Елена из Румынии. В настоящее время они миссионеры в Хасково, в Болгарии. В 2014 году они открыли церковь на турецком языке. И вместе они трудятся, чтобы взращивать турецкую церковь. Евангелизируют мусульман в местности Хасково. Прежде чем отправиться в Болгарию, Елена и Нику служили Богу в различных местах. В Румынии, также за ее пределами. Одно из таких мест – Стамбул, где они также трудились для открытия церквей. Молитесь за духовный и численный рост турецкой церкви, открытие новых церквей в турецких селах, за покаяние, также за здоровье и мудрость в служении. Молитвенная нужда. Президент христианского посольства в Иерусалиме Иоганн Биула нуждается в молитвенной поддержке. 15 августа предстоит перенести операцию. Операция пройдет в Германии. Объединимся в молитве. В дальнейшем я приглашаю вас к тому, чтобы мы молились за нужды тех, которые ищут ответа, ищут исцеления, ищут решения от Господа. Мы будем молиться за исцеление Тамары, Елены, исцеление Руслана. Будем молиться за исцеление Нику, Михаила, Мариуса. Просить, чтобы Господь принес решение, чтобы Господь вывел из той болезни, ситуации, в которой они находятся. Также мы будем продолжать молиться за заложников, наших соотечественников, которые находятся в заложниках в Афганистане. Будем просить Бога, чтобы Господь привел, освободил, чтобы они возвратились на родину, чтобы они вернулись к детям, вернулись к женам, к матерям, чтобы они возвратились в отечество свое. Об этом будем молиться. И то, что они в живых и дали весть о себе, это чудо. И мы знаем, что в этом ответ Божий. Мы знаем, что одна из жен пилотов посещает служение наше. Естественно, для них это большая помощь, ободрение, что церковь молится. И мы будем продолжать молиться и верить, что Господь даст ответ, возвратит их на родину, освободит их из того заключения, заточения, в котором они находятся. Будем также молиться за детей в Мозамбике. Наши сестры, которые были в миссии, они вернулись, свидетельствовали, говорили о служении, которое провели там, находясь короткое время, и о тех нуждах, говоря, о которых находятся люди там, в Мозамбике, дети. Мы, как церковь, вовлеклись в то, чтобы построить помещение, где детей обучают азбуке. Будем молиться за них, чтобы посредством обучения они познали Иисуса, чтобы они уверовали в Господа, чтобы они последовали за Иисусом Христом. Если ты находишься в нужде, если ты нуждаешься в помощи Божьей,
Если ты нуждаешься в исцелении, нуждаешься в силе, в ответе я приглашаю тебя пройти сюда вперед, склонить свои колени пред Богом, и вместе с тобой мы будем молиться Господу, прося у Него ответа, прося у Него решения, помощи в тех нуждах, в тех ситуациях сложных, в которых находимся, через которые проходим в жизни нашей. Давайте мы поднимемся для молитвы, и если у тебя есть нужда, проходи сюда вперед. И если у тебя нет нужды, все в порядке, все хорошо, благодари Господа и молись за тех, кто находится в нужде. Я приглашаю вас, давайте мы поднимемся для того, чтобы молиться Господу и просить у Бога помощи в тех нуждах, в которых находимся. Отец Небесный, мы благословляем Тебя, Господь и Бог наш. Имени Твоему, Христос, возносим славу, возносим, Господи, Тебе благодарность за то, что Ты слышишь и отвечаешь нам на наши молитвы. Господь, я благодарю Тебя за милость Твою. Я благодарю Тебя, Господь, за благодать Твою. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что там на кресте Ты одержал победу над нашими болезнями, над нашими немощами, над нашими недугами. Забрал, Господь, проклятие, разрушил проклятие, грех, смерть. И я благодарю Тебя, Иисус, за ту победу, которую Ты одержал 2000 лет назад, там на кресте Голгофском, когда проливалась кровь Твоя, когда Ты страдал, истекая. Прошу Тебя, Христос, о том, чтобы сегодня те, которые находятся в болезни, те, которые находятся в нужде, те, которые находятся, Господь, в тяжелой ситуации, Боже, нуждаются в помощи, нуждаются в ответе, нуждаются в решении. Господи, прошу Тебя, молю Тебя, Бог мой, благослови каждого в отдельности. Молю Тебя, Отец, за тех, кто тяжело болен. Я прошу Тебя, Христос, о том, чтобы Ты совершил чудо. Я прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты исцелил. Прошу Тебя, Христос, за Тамару, за Елену, за Руслана. Прошу Тебя, Господь, за Нику, за Михаила, за Мариуса. Прошу Тебя, Боже, каждого исцели, Отец. Каждого прикоснись, Господи. Яви милость Свою. Яви, Господь, силу и благодать Свою. Прошу Тебя, Христос, о пилотах, о наших соотечественников, которые находятся в заложниках в Афганистане. Молю Тебя, Господь, возврати их в семьи. Боже, прошу Тебя о том, чтобы Ты освободил их. Молю Тебя, Господь, о том, чтобы Ты явил милость Твою по отношению к ним, чтобы Ты сохранил их в жизни, Господи. Господь, дай им свободу. Соверши, Господь, это чудо. Тогда, когда, Господь, государство бессильно, тогда, когда многие забыли, мы знаем, Господь, что Ты есть Тот, Который слышишь, знаем, что Ты есть Тот, Который отвечаешь на наши молитвы, действуешь силой Своей, Господь. И с верой обращаемся к Тебе, просим Тебя, молим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил. Я прошу Тебя, Христос, за всех тех, которые прошли сейчас сюда вперед, склонили свои колени пред Тобою и просят у Тебя помощи. Пошли помощь, пошли ответ, Господь, решение. Те, которые просят о исцелении, дай исцеление. Те, которые просят о покаянии близких, родных, приведи к покаянию, к познанию истины, к познанию воли Своей, Отец. Действуй Духом Святым. Действуй силой Своей, действуй по могуществу Своему. Господь, Тебе мы возносим наши молитвы, полагаемся на Тебя, уповаем на Тебя, ожидаем, Господь, помощи и ответа, исцеления, решения. Господь, да прославится Твое имя в наших нуждах, в наших немощах, да будешь Ты возвеличен. Мы благодарим Тебя, великий Бог. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Господу! Я приглашаю вас, пожалуйста, пройдите на свои места, присаживайтесь в зале. Тогда, когда сегодня вы пришли на служение, каждый из вас при входе получил формуляр коммуникации. Формуляр является важным инструментом в общении с вами. Посредством формуляра мы можем молиться за ваши нужды. Посредством формуляра мы можем отвечать на ваши вопросы, реагировать на ваши предложения, поэтому прошу вас отнестись с серьезностью к формуляру. Специально отведенное время для формуляра. Вместе со всеми заполняем формуляр с лицевой стороны.
В верхней части формуляра прошу вас записать вашу фамилию, имя и отчество. В графе, которая расположена в правой части формуляра, отметьте то, что относится к вам. Являетесь вы гостем, которые пришли в первый раз, пришли во второй раз, или же регулярно посещаете собрание Церкви Филадельфии. Если вы гость в Церкви Филадельфии, Церковь гостям по почте высылает специально приготовленный подарок, но для того, чтобы вы получили этот подарок, необходим ваш домашний адрес. Вы не обязаны его оставлять нам, если вы чем-либо смущены с нашей стороны. Мы обязуемся не распространять ваши данные, не прийти к вам неприглашенными домой. Поэтому будьте свободны, и если желаете получить специальный подарок со стороны Церкви Филадельфии, запишите дату рождения, чтобы в соответствии с вашим возрастом сообщать о мероприятиях, которые проходят в церкви, номер телефона, чтобы удостовериться, что адрес является верным, улица, по которой вы проживаете, номер дома, квартиры, город, район, почтовый адрес, электронный адрес и в нижней части формуляра. Если вы пришли в первый раз, напишите нам, как вы узнали о Церкви Филадельфии. Если вы заполнили формуляры, отложите их в сторонку. Сейчас Маргарита прославит Господа. Я искала тебя среди звезд, среди красок цветущих полей. Я искала тебя в пору гроз и сияние солнечных дней. Я искала тебя, но не там. Ты тихонько шептал изнутри, сердце ласково голос звучал. Дитя милое, в душу взгляни, я с тобою всегда, я у сердца стою, позови лишь меня, я с любовью войду. Я искала тебя и нашла. Ты тихонько шептал изнутри, сердце ласково голос звучал. Дитя милое, в душу взгляни, я с тобою всегда, я у сердца стою. Позови с любовью.
приветствую вас. Я рад, что сегодня вы избрали прийти сюда, на это место, где мы вместе можем продолжать нашу серию об обещаниях. Приветствую вас и приветствую тех, кто находится у себя дома, за своими компьютерами, телевизорами. Пусть Бог благословит также вас там, где вы находитесь. Сегодня мы вместе продолжим рассуждать об обещаниях, которые Бог оставил нам, верующим людям. И эта серия не является короткой, потому что обещаний, которые Бог оставляет нам, их немало. Их очень много, и они затрагивают довольно-таки чувствительные части нашей с вами жизни. Эти обещания, которые даны Богом человеку, подразумевают в первую очередь не свое величие, не подразумевают красивые слова или обнадеживающие слова, которые Бог дает нам, но в первую очередь мы говорим о выполнении этих обещаний. И мы делаем эту параллель также с обещаниями людей, которые нас окружают, со своими обещаниями, которые мы даем другим людям, и понимаем, что отношения между людьми, они каким-то образом измеряются степенью выполнения этих обещаний. Поэтому мы говорим о отношениях между людьми в свете отношений с Богом. Именно в этом ключе исполненных, выполненных обещаний. И я напомню вам то, о чем мы говорили прошлое воскресенье. Мы уже прошли, рассудили, проанализировали 6 великих обещаний, которые Бог нам дал. Первое из них – это было обещание внутренней свободы человека. В то время как многие люди ищут освобождение внешнего, либо из плена, либо от какой-то зависимости, либо еще от каких-то других людей, то Библия учит нас о том, что в первую очередь мы нуждаемся во внутренней свободе. Также мы говорили о том, что Бог обещал верующим людям, что будет сопровождать, сопутствовать их в их делах. Говоря об условиях, которые необходимо нам выполнить для того, чтобы эти обещания были Богом исполнены, мы также рассуждали и молились об исцелении людей. Бог обещал исцелить, и мы с вами видели, каким образом в жизнях людей, которые приходят сюда, в эту церковь, произошли чудеса в виде исцеления. Также мы говорили о той сверхъестественной работе Духа Святого. Та необходимость, которая есть у нас, и то, что Дух Святой приносит нам в жизнь, это важная часть, важная составляющая, без которой нам тяжело было бы или будет жить на этой земле. Также мы говорили о молитве, которую мы желаем, чтобы она была услышанной Богом. Мы знаем, что нам не нравится, когда мы разговариваем с кем-то и нас не слушают. Также мы не хотим, чтобы в молитве Бог не отвечал нам на нее. Поэтому мы рассуждали, каким образом молитва может быть услышанная. И в прошлое воскресенье мы говорили о нашем с вами благополучии. Каким образом мы можем быть благополучными, благословенными Богом. Сегодня мы перейдем к следующему обещанию, которое также является важным для нас. И это обещание касается довольно-таки чувствительной части нашей с вами жизни. И прежде чем мы перейдем к этому, я хочу задать снова вам вопрос. Скажите, пожалуйста, в вашей жизни есть проблемы? А есть кто-нибудь, у кого проблем вообще нету?
Если был бы, наверное, бы после собрания, побежали бы все к нему, чтобы познакомиться с ним. И спросить, а как у тебя получилось, что ты проблем не имеешь? Да, у каждого из нас есть проблемы. Мы с ними сталкиваемся. Сталкиваемся, и, к сожалению, нам они не приносят удовольствия. Не так ли? Нам неприятно, когда мы сталкиваемся в своей жизни с трудностями, с проблемами. И то обещание, которое Бог сказал нам, людям, произнес, пообещал, касается именно этой области нашей с вами жизни. Бог обещал нам что-то и в этой области. Давайте увидим, что именно, каким образом и что представляют из себя проблемы в жизни верующего человека. Тем более, что иногда нам кажется, что, будучи верующим или став верующим человеком, начав приходить на собрания регулярнее и регулярнее, начав приходить в малые группы церкви, начав читать Библию регулярно и молиться, начав общаться с верующими людьми, вроде бы как мы и выполняем все те условия, которые нужны для того, чтобы в нашей жизни проблем не было. Все сделали, то, что необходимо, то, что делают остальные верующие люди. И многие, ну, скажем, не многие, но некоторые, чтобы не обобщать на всех, приходят в церковь для того, чтобы их проблемы разрешились. И в какой-то момент времени, став верующими людьми, начав свой духовный рост, они осознают, что проблемы у них в жизни остались. А у некоторых еще и прибавилось немножко этих проблем. И начинаются вопросы, которые пытаются поколебать доверие к Богу, доверие к Библии. Ведь столько обещаний Бог нам дал, но почему-то, как только мы начинаем приближаться к Богу, приближаться к Библии, быть более духовным верующим человеком, как будто бы проблем еще больше добавляется. И единицы, не скажу, что много людей, думают или склонны думать, а может быть, не нужно мне было становиться верующим человеком. И для того, чтобы мы могли быть в состоянии ответить себе же на эти вопросы, я предлагаю сегодня взглянуть на то, каким образом Бог представляет нашему вниманию проблемы, которые возникают в нашей жизни. И если у тебя хотя бы немножко проскальзывали эти мысли, я сегодня предложу тебе возможность побеждать их. И не моей мудростью, знанием, но то, что написано в Библии об этом, о наших с вами проблемах. И давайте мы начнем с той же Библии. Что Бог нам говорит об этих проблемах? Что Иисус говорил своим ученикам об этом аспекте жизни? И прочтем вместе Евангелие от Иоанна, 16 главу. «В этом же мире вас ожидают невзгоды, но будьте мужественны, я победил этот мир». Короткий отрывок, который заключает в себе настолько громаднейшие истины, которые сегодня могут быть восприняты нами позитивно и в то же самое время довольно-таки негативно. Верующие, которые пришли к Богу для того, чтобы избавиться от проблем, здесь находят какое-то разочарование. В этом мире нас с вами ожидают невзгоды. Да, это то, что открыто сегодня Бог говорит каждому из нас. И если тогда, когда эти слова были произнесены Иисусом, ученикам,
они восприняли их для себя, то сегодня, я думаю, что каждый из нас вправе эти же самые слова воспринять и для себя. Они действуют и сегодня. И мы этому подтверждение, потому что в нашей жизни также есть эти невзгоды. Далее мы видим, что слова, которые следуют после этого, как будто бы ободряют нас. «Будьте мужественны», «Я победил этот мир», «Все бы хорошо». Но возникает справедливый вопрос. А что нам в этих невзгодах, что кто-то уже победил их, победил мир? И Иисус об этом говорит. «Будьте мужественны, я победил». Скажите, вас это каким-то образом ободряет? Если будем честными, то не очень. Нас не сильно греют успехи других людей. А еще хуже, мы начинаем где-то им завидовать. Ну, будем честными. Мы хотим, чтобы и у нас так было. Мы хотим, чтобы и мы победили, чтобы у нас не было этих невзгод. Но давайте будем анализировать дальше, что говорит Иисус, и увидим, что на самом деле эта фраза «Я победил этот мир» является ключевой для наших с вами проблем. И то, что написано в Библии дальше, написано в послании к римлянам, к людям, которые жили в самом мощном государстве того времени. Следующие слова. «Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря тому, кто полюбил нас». Наряду с тем, что мы читаем в Библии, что нас с вами ожидают проблемы, невзгоды, там же в Библии мы видим, что есть возможность каким-то образом одержать победу. То есть, сделать так или вести себя так, или настроить себя так, не знаю, но что-то сделать для того, чтобы эти проблемы, невзгоды нас так сильно не огорчали, как минимум. А более этого, благодаря кому-то у нас еще может быть победа над этим. То, о чем я хочу, чтобы сегодня мы могли поговорить, это то, что нас ожидают невзгоды, и в то же самое время побеждать эти невзгоды возможно. Итак, каким образом мы можем быть победителями в этом случае? А мы хотим ими стать, нет? Не сильно хотим. Можно и без этого. Можно и без этого. Все мы хорошо знаем, но побеждать это сразу же подразумевает какое-то усилие и не какое-то большое, потому что любая победа подразумевает что? Войну, нет? Борьбу. Как бы не хотелось бы, чтобы эти проблемы, еще нужно было бы за них сражаться. Ведь борьба – это не легкий труд. Это не просто хлеб с маслом кушать. Здесь нужно немножко попотеть, как минимум. Нужно приложить усилия. И люди приходят к такому заключению, что ну ладно, пусть будет, как будет. Где-то я буду побеждать, где-то я проиграю, где-то я снова одержу какую-то победу, а вдруг где-то мне повезет, авось случится что-то хорошее, авось этого плохого не будет, но будем жить, как все люди, где хорошо, а где плохо. Это мнение обывателя, человека, который воспринимает свою жизнь как некоторые колебания и, в принципе, сохраняется какая-то средняя нулевая линия. Когда хорошо, когда плохо. Но если так все живут, то ладно уж, так буду жить и я. Тем более, что я замечаю и за собой, и за другими людьми, что происходят в жизни взлеты, происходят падения. Где-то нужно стремиться, чтобы это не было ниже чуть-чуть. А если на нуле, и так хорошо. Как говорил в одном мультике один персонаж, и так сойдет. Но этот ли путь является тем путем, который нам предлагает Бог? Говоря о том, что у нас в жизни будут невзгоды, проблемы, и вы можете побеждать это. Давайте мы начнем углубляться больше
в этот вопрос и прочитаем первое послание Коринфянам, 10 главу. «Все испытания, с которыми до сих пор вам приходилось сталкиваться, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями». Вот сюрприз, не так ли? Наши проблемы, которые есть у нас, те, которые пришли к вам на память, когда я спросил, у всех ли есть проблемы, эти проблемы называются Библией испытаниями и еще больше, хуже. Это обычные человеческие испытания. То есть то, что происходит у нас, то, что происходит с нами, то, что Бог допускает в нашу жизнь, Он называет это обычными человеческими испытаниями. Это не что-то ужасное и страшное, от которого мы должны убегать от всех, со всеми силами, со всей силы избегать всего этого. Он говорит, апостол говорит коринфянам, верующим людям, это испытание и это обычные человеческие испытания. И далее он говорит следующие слова, еще более интересные. «Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверх сил, и Он верен своим обещаниям». Те проблемы, которые сегодня возникают в нашей жизни, в нашей среде, эти проблемы классифицируются Богом как некоторые испытания, которые допущены Богом, но их величина не бесконечна. Она лимитирована Богом. И лимитирована им именно в зависимости от того, насколько мы с вами сильны. Другими словами, Бог контролирует ситуацию и знает точно, сколько, когда надо человеку. И тут мы с вами приходим к следующей дилемме. Настолько этот Бог несправедливый, тот, который называет себя любовью, специально подбрасывает нам вот такие штучки? Что происходит? Разве к такому Богу я приходил? Разве к такому Богу я обращался? Что здесь происходит? Давайте прочтем дальше, прежде чем мы будем пытаться разочаровываться. Когда вас постигает испытание, Он дает вам и выход так, чтобы вы смогли его перенести. Обещание, которое следует за четким представлением ситуации, в которой оказывается каждый из нас. Вместе с этой трудностью, которая проявляется в нашей жизни, где-то, каким-то образом, для этой ситуации представлен что? Выход. Как же его найти? Все было бы прекрасно, но его нужно найти. Другими словами, Бог предоставляет каждому из нас некоторые ресурсы, выход из сложившейся в нашей жизни ситуации. И если мы этот выход найдем, мы, в принципе, сможем нормально все перенести. Итак, в чем же заключается этот ресурс? Где этот выход? Мы же хотим найти его, нет? Мы же хотим в наших проблемах находить что-то положительное, а не просто разочаровываться в трудностях, которые появляются в нашей жизни. И вот здесь мы сталкиваемся с одной очень интересной вещью, что выход, который предоставляет или предлагает нам Бог, почему-то не совпадает с тем выходом, который мы мечтаем заиметь от Бога. Разница в чем?
Боже, я хочу, чтобы ты вот эту проблему решил так, как хочу я. А у Бога немножко другое мнение. И он говорит, я хочу эту проблему решить, я допустил это в твою жизнь, но для того, чтобы ты понял, я хочу эту проблему решить так, как я ее вижу. И мы говорим, Боже, ты не отвечаешь мне на мои молитвы. И здесь проявляется та сложность, с которой мы с вами сталкиваемся, когда находимся непосредственно перед проблемой. Но для того, чтобы этого не происходило, я хочу вашему вниманию предоставить эти источники, ресурсы, где мы можем черпать правильное отношение к этой проблеме. И эти источники, они очень хорошо знакомы вам и могут показаться банальными, но без них все наши проблемы останутся для нас большими непреодолимыми горами. Поэтому я приглашаю вас серьезно взглянуть на эти источники. Первое – это сила слова. Слово – это то, что записано в Библии, в Священном Писании, то, что записано и есть у каждого из нас дома. У нас есть доступ к некоторой информации. И здесь, в этой книге, нам ярко и четко представлена ситуация, где мы с вами проживаем. Если вы желаете понять, где же выход, который предлагает тебе Бог в твоей проблеме, без Библии тебе никак не обойтись. В ней мы можем найти ответы на наши с вами вопросы. Кроме этого, мы должны поверить тому, что именно здесь, в Библии, записаны, есть, и те принципы, которые нам необходимы, приготовлены для нас Богом. Поэтому мы читаем Библию, поэтому мы ищем, каким образом мы можем применить эту Библию в своей жизни, и поэтому мы ищем Духа Святого, который помогает нам и в этом аспекте нашей духовной жизни, помогает нам читать и понимать, что там написано. И тогда, когда мы прочли, осознали, поняли, тогда мы можем свободно в молитве общаться с Богом, изливать свое сердце и просить у Него то, что там описано, понимая, где на самом деле и в чем заключается тот выход из проблемы, который нам приготовил Бог. И в том единстве, в котором мы с вами находимся, в этом единстве мы с вами можем обрести, закрепить, применить и использовать эти самые принципы. Ведь наш с вами личный пример является самым сильным аргументом для любого верующего человека, который попадает в ту же самую ситуацию и не знает, как поступить. Но те, которые это прошли, те, которые это пережили, являются самыми подходящими людьми для того, чтобы этого брата, эту сестру ободрить, укрепить, посоветовать, помолиться вместе, рассказать, каким образом в ее жизни данная проблема была решена. Итак, как обрести победу? Просто. Необходимо принять концепцию, точку зрения Бога по отношению к этому миру и по отношению лично каждому из нас. Именно это правильное представление мира, где я, кто я, где Бог, кто Бог, обуславливает нашу с вами победу над этими проблемами.
И давайте мы увидим те аспекты, в которых находится, или ситуации, в которых находится человек, принявший эту победу. Теперь тем, кто находится со Христом и Иисусом, нет никакого осуждения. Была ли у вас ситуация, когда вы понимали, что должны поступить каким-то правильным образом, и возникал голос: «Да ладно тебе, не старайся, все равно проиграешь. Не старайся, все равно это тебе не по зубам». Если было, знайте, что тем, кто находится со Христом и Иисусом, нет никакого осуждения. Но больше этого, закон Духа, дающего жизнь через Иисуса Христа, освобождает тебя от закона греха и смерти. Те события, которые происходят, не должны смотреться или видеться нам с вами в этом ключе, что мы грешники, что перед нами смерть. Нет, совсем другое. Иисус освободил нас от этого закона. Нету больше этого принципа для нас, верующих людей. И дальше еще интересней. Дух Божий что делает? Свидетельствует вместе с нашим духом о том, что мы с вами кто? Дети Божьи. Скажите, пожалуйста, для чего мы с вами воспитываем своих детей? Ответьте себе на этот вопрос, для чего мы с вами организовываем некоторые трудности для наших детей? Не для того ли, чтобы эти дети стали лучше? Чтобы они смогли чего-то добиться в этой жизни? Чтобы они смогли быть более сильными, чем мы с вами? Тогда почему мы не хотим принять это же самое, только от Бога по отношению к нам? Почему мы желаем, чтобы наша жизнь колебалась возле нуля? Почему мы не можем понять, что Бог хочет, чтобы мы возрастали постепенно? Да, где-то нам было хорошо, мы где-то упали, поднялись, но постепенно эти колебания могли бы нас вести наверх, вести нас к развитию. В этом заключается победа, в которой нуждается каждый из нас. Видеть в проблеме, в испытании не зло, не негатив, а возможность. Возможность подняться немножко выше, чем это было в прошлый раз. Да, будет тяжело, но я поднимусь из-за этого и стану на шаг ближе к Богу. Вот это другая перспектива нужна сегодня и тебе, и мне. И еще мы знаем из Библии, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу. И теперь вопрос каждому из вас. Скажите, вы поставили себя на это место? Попробуйте это сделать и прочтите этот стих, но с вашим именем. Бог все обращает во благо для... Поставили свое имя. Он призвал тебя по своему замыслу жить в победе. Не отказывайся от этого. Пусть это обещание, которое дано Богом каждому человеку, каждому, кто принимает его, не обойдет и тебя. Он желает, чтобы эти ситуации в нашей жизни оказались стартовой площадкой для того, чтобы мы смогли идти дальше, идти наверх. Не быть и трепыхаться здесь, внизу, но, видя перспективу Божью,
видя желание Божье, чтобы мы становились другими. Давайте воспринимать это соответственно. Дальше мы будем молиться. Я приглашаю вас в этой молитве выразить Богу именно то желание вашего сердца, которое сейчас есть у вас. Вы знаете ваши трудности, испытания. Вы свободно можете сейчас оглянуться и сказать, что да, вот здесь мне тяжело, но давайте увидим это с точки зрения Бога, как допущенного к нам в жизни, чего-то человеческого, где есть выход Божий. И те силы, которые сегодня есть у тебя, их достаточно для того, чтобы этот выход найти и пройти его, чтобы эта проблема была решена. Если сегодня ты решил не сдаваться в этих трудностях, мы хотим поддержать тебя в молитве. Отметь это в формуляре на обратной стороне, что я желаю не сдаваться в этих испытаниях. И более чем это, если вы выбираете побеждать, мы будем сейчас молиться. Если до сих пор ты жил и не знал, почему это происходит в твоей жизни, возможно, пришло время посвятить свою жизнь Иисусу и начать жить эту жизнь, доживать ее с перспективы Бога, а не с лично твоей перспективы. Если ты решился на это, я прошу тебя, сообщи нам об этом и отметь это в формуляре. Если сегодня вы принесли ваши пожертвования или принесли помощь для миссионеров, прошу вас, вложите в конверт, мы далее будем молиться. И если у вас есть вопросы или молитвенные нужды, или у вас есть что-то, что вы желаете сообщить нам о вашем исцелении, разрешении какой-то проблемы, мы будем рады прославить Бога вместе, если вы запишете это в этом формуляре. Давайте поднимемся и придем перед Богом в молитве. Благодаря Его за обещание, которое Он дал, благодаря Его за эти возможности, что у нас есть выход в любой ситуации, благодаря Его за те ресурсы, которые Он предоставляет нам, чтобы ты и я могли побеждать в этой жизни. Аминь. Великий наш Бог, мы благодарны Тебе за Твое живое Слово, Слово, которое сегодня изменяет наши сердца, изменяет наш разум, обновляет его. Благодарим Тебя и славим, великий живой Бог. Я прошу сегодня благословить тех людей, которые решили жить жизнью, посвященной Тебе, и смотреть на эти испытания и проблемы с Твоей перспективы, с Твоей точки зрения анализировать и принимать решения в своей жизни. Благослови. Благослови тех, которые сегодня решили не опускать свои руки в проблемах, но побеждать во славу имени Твоего. Благослови нас в этом. Прибудь с нами дальше. Мы хотим прославлять Тебя, великого живого Бога, превозносить и в наших трудностях и проблемах прославлять Тебя, великого и живого Бога. Сердце вторит, хвалу возносит, Ты мой Господь один. Время вышло, стремимся в небо, там наш дом. Не могу я сдержать хвалу, что сердце вторит, не устану я ждать и восклицать. Победитель мой, все, что нужно мне, нахожу в Тебе. Ни других имен, славой окружен, победитель мой. Твое присутствие меняет жизни людей.
мой стыд забрал ты и дал свободу, ты победил. Не могу я сдержать хвалу, что сердце вторит, не устану я ждать и восклицать. Победитель мой, все, что нужно мне, докажу тебе. Не других имен славой окружен, победитель мой. Победитель мой, все, что нужно мне, докажу тебе. Не других имен славой окружен, победитель мой. Иисус, мой Господь Иисус. Нет ничего дороже, чем видеть тебя и восклицать. Нет никого сильнее, чем ты, Иисус. Нет ничего дороже, чем видеть тебя и восклицать. Нет никого сильнее, чем ты, Иисус. Победитель мой, все, что нужно мне, нахожу в тебе. Нет других имен, славой окружен, победитель мой. Победитель мой, все, что нужно мне, нахожу в тебе. Нет других имен, славой окружен, победитель мой. Нет ничего дороже, чем видеть тебя и восклицать. Нет никого сильнее, чем ты, Иисус. Нет ничего дороже, чем видеть тебя и восклицать. Нет никого сильнее, чем ты, Иисус. Хвала, честь и величие нашему Богу. На этом мы завершаем 4-е собрание Церкви Филадельфии. Желаем, чтобы Бог благословил вас в пути, в победах, которые вы должны уже будете одерживать на этой неделе. Пусть Бог благословит вас.